В общем, за много лет ни разу, ну, так усердно не мыл диски и решил, значит, посмотреть, все-таки какие средства хорошо отмывают. Посмотрел много в интернете. Вот, собственно, кисточка. Купил вот такое вот средство, тоже рекомендовали. Ну, сказали, что хорошо оттирает, даже где-то, по-моему, видео было. Значит, смотрите, намазал диск, ну, набрызгал диск. Вот. А что у меня было? У меня были вот такие вот вкрапления, они, собственно, и остались. То есть это оксид алюминия, вот, небольшие рытвинки, я думал, они очистятся. Ну, вот кисточкой тру, в принципе, сам диск стал побелее, наверное, но чего-то не хватает, а не хватает абразива, наверное. У меня тут песочек насыпался, я потихонечку кладу на кисточку и... У меня вообще и кварцевый песок еще есть. В принципе, можно было и кварцевый песок. То есть здесь получается химия плюс абразив. Не знаю, насколько химия работает. Вот, но, по крайней мере, с абразивом это будет намного лучше. То есть царапать тут особо нечему. Он и так диск, в принципе, матовый. Вот, поэтому... Наличие вот этого вот песочка, я думаю, что поможет немножко удалить вот эти вот, как сказать, алюминиевый, не ржавчину, а оксид вот этот вот, скорее всего. В общем, сейчас смоем леечкой и посмотрим, что будет. Еще раз говорю, значит, вот средство для каминов, каминных стекол, от сажи, копоти, тыры-пыры, там, в общем... Кстати, второй раз брызгаю уже, вот. И второй раз вот один диск чищу песком. Остальные диски я просто набрызгал без песка. Посмотрим, но тер кисточкой. А этот вот диск, видите, я чищу с песочком. Единственное, что на улице сейчас плюс 6 градусов. Вот, может быть, холодно для такой чистки, не знаю. Конечно, было бы, если бы диск был нагрет там градусов 50-40, может быть, это даже и хорошо было бы для чистки. Вот, ну посмотрим. Сейчас я камеру тогда пока остановлю. Еще именно это колесо потру немножко с песочком. Вот, ну и посмотрим результат. Только единственное, что... А, ну мы потом сравним диски, тертые просто кисточкой, и как раз диск химия плюс абразив какой-то там. Ну, песочек, кварцевый песок. Вот, собственно говоря, не стал просто кварцев, взял обыкновенный речной. Вот у меня было, рукой, можно так сказать. Все, этот диск я еще тру, минутку, наверное, и потихонечку смываю, потом дальше буду снимать. Так, ну, колесики помыли. Вот. Сейчас чуть-чуть подсохнет. Кстати, вот у меня еще тоже химия стоит, специально уже для дисков. Вот, не каминная, а именно вот автомобильная. Сейчас чуть-чуть высохнет. Единственное, что я сразу вижу, проявляется эффект чернения шин. То есть там, где средство не попадало, вот они начинают белеть. Там, где было средство, шины темные. Ну, сейчас подсохнет, посмотрим повнимательнее тогда. В общем, пока как-то так, ждем. Ладно, более-менее колеса подсохли. Значит, ну то, что эффект чернения покрышек, может быть, обезжиривание или покрытие какое-то там было для защиты стекол камина. В общем, покрышки стали черные. Там, где химия попала, они потемнели. Там, где ее нет, они сейчас высыхают, белеют. Вот. То же самое и на заднем колесе. Я тут побольше покрышку просто побрызгал, специально посмотреть. Так, ладно, давайте смотрим, что у нас получилось. Я хотел избавиться вот от этого-то всего. Но, как видим, избавиться не получилось. Вот, значит, что у нас здесь? Здесь у нас есть оксид алюминия, вот он. Но он тоже как был. В принципе, так и остался, наверное. Я-то думал, скушает прям вообще. А вообще не получилось. В общем, это чистой кисточкой, чистая химия, без песочка. Так, переднее колесо.
А вот переднее колесо, смотрите, то есть там, где я пользовался песком плюс химия, ну как-то поинтереснее, но все равно не то. То есть не тот немножко результат. Хотелось бы, чтобы съело немножко получше. Надо пескоструить, скорее всего, и красить диски. Вот. Так, в принципе, конечно, он немножко отмылся, но не то, что хотелось бы. Значит, у меня, еще раз говорю, еще есть вот такой пенный очиститель, я его попробую. Ну и там немножко химия, это будет, скорее всего, в разных роликах. Вот, буду добиваться убрать вот эти вот, грубо говоря, язвы с диска, чтобы они тоже, оксид с них вышел, и они как бы, ну, побелели. Все, спасибо.